вами Поли Мэй. И сегодня я снимаю видео, небольшой влог. Но влог не как вы привыкли, а я вам рассказываю, что вчера было, со мной случилось и что случится сегодня. Например, вчера. Это был вторник, 27 число. И в школе у нас была елка. Мне понравилось. Мы разыгрывали сценку с моими подругами. Вот, нам подарили шоколадку. Вот, и... Ну, как бы, все. Там у нас еще фокусник был. Мне очень понравилось. Но, правда, почти что весь класс знали ответ на эти фокусы. Но это ничего, потому что мне очень понравилось. Также вчера, когда я пришла, то у меня никаких кружков не было. И мы решили сходить с мамой там по магазинам. И потом, когда мы пришли, у меня под елкой оказались там какие-то шоколадные конфетки и просто конфеты, а также еще красивый блокнот и магнит. Мне очень понравились, а конфетки очень вкусные. Вот. А сегодня я ходила на массаж, и сегодня у меня танцы. Сейчас пойду в школу. Ну а завтра последний день в школе. Ура! Вот. И так что все. Не забывайте подписываться на мой канал и ставьте лайки и дизлайки, лучше лайки. Вот. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а также подписывайтесь на мой инстаграм. И всем пока-пока. Всех люблю, целую и до новых встреч. Мне надежды, и я бы хотела вам сказать. Вы думаете, почему я так часто снимаю видео, то есть через день? А я вам хотела раскрыть секрет. Так, потому что у Поли Мэй скоро каникулы. И я снимаю видео, буду снимать, стараться через день. И надеюсь, вы рады, потому что я рада, и мы все рады. И теперь пока!